Всем привет! Меня зовут Карин Шараян, я менеджер продукта в команде Яндекс.Маршрутизация. Мы с ребятами занимаемся технологиями для бизнесов, связанных с логистикой, чей бизнес основан на логистике, так, чтобы улучшить пользовательский опыт клиентов этих бизнесов, то есть нас с вами. Вот эту фразу я слышу почти каждый раз, когда заказываю что-либо в интернете. Курьер постоянно приезжает ко мне и говорит, что он уже на ресепшн, а я, бываю, очень часто не готова. Для меня лично непредсказуемость приезда курьера – это крайне неудобно. Я много работаю с клиентами и часто бываю на встречах. И вот сижу я на встрече, и мне звонит курьер, а я приехал. А я не готова. Я ни денег не сняла, ни со встречи не могу уйти. Еще бывает хуже того, я просто не могу ответить на звонок курьера. А потом выясняется, что он привозил подарок, который я сегодня должна была дарить. Я думала, что, может быть, это моя такая проблема, и я такая неудачливая, и мне все время курьеры не звонят заранее, может быть, из-за того, что я уже 12 лет работала в логистике. Тогда мы с коллегами пошли, как в старой игре, «Сто к одному», опрашивать людей на улице, что они думают, какой у них опыт, связанный с доставкой. И очень часто мы слышали комментарии от людей, что курьер к ним опоздал. Они звонят в колл-центр, и колл-центр не знает, когда приедет курьер. Они не могут подсказать номер телефона курьера и так далее. И кто-то нам говорил о том, что мы вынуждены подстроиться под курьера, а не он подстраивается под меня. То есть не я делаю заказ в интернет-магазине, не я плачу ему деньги, а я как будто бы они делают мне это одолжение. И еще очень часто клиенты говорили, что не так важно, что курьер опоздает. Если он меня предупредит, если я буду знать о том, что он задерживается, я буду готов к этому. Я смогу перепланировать свой день. Я не знаю, я смогу попросить коллег встретить этого курьера, оставлю ему деньги и так далее. То есть важнее предсказуемость опоздания. Не так страшно вот само опоздание, чем его непредсказуемость. Так как мы разговаривали с людьми, они в основном делились своим опытом про заказ чего-либо в интернет-магазине, мы подумали, что, может это реально только наш с вами вот пользовательский опыт и бизнеса это не касается. Тогда мы пошли общаться с бизнес-компаниями и выяснили, что для них непредсказуемость – это не просто неудобно, это еще и потери. Это финансовые потери, это потери клиента, это потери имиджа. Даже вот пример был у нас с небольшой кофейней, у которой за углом сетевой конкурент. И им вовремя не привозят воду иногда. Они не знают, когда приедет курьер. Курьер может попасть в аварию, у него может сломаться машина, и они не знают, привезут им воду в нужный момент или нет. А ведь им достаточно просто решить эту проблему. В маленькой кофейне не так много воды нужно. Можно сбегать в магазин и ее купить, если ты знаешь заранее, что будет проблема с доставкой. Не привезли воду, клиент ушел за своим кофе к сетевому конкуренту, и завтра он может к вам не вернуться. Другие клиенты нам рассказывали о своем опыте с доставкой больших грузов. Вот они заказали, я не знаю, контейнер из Китая, который плывет к нему морем или летит самолетом. И этот процесс достаточно прозрачный. Контейнер прибыл в порт, затаможился, погрузился там, я не знаю, на судно и плывет по странам и океанам. И в каждой точке есть так называемый чекпоинт, где он в этот момент находится. Когда он приезжает в Россию, он попал на таможню, растаможился и так далее. Мы с вами наблюдаем этот же процесс, когда заказываем что-то на Асосе или на Алиэкспрессе. И вот этот процесс движения между странами, в общем, достаточно прозрачен. Как только дело доходит до так называемой последней мили, то есть доставки внутри города, начинается черная дыра. Курьер выехал, когда он будет, да черт его знает. И на самом деле я могу вам сказать, что курьеры не такие плохие и не такие необязательные. Они тоже хотят доставить вам заказ и максимально удобно, и с меньшим стрессом и для вас, и для себя.
Но для них это сложно. Сложно предугадать, где он будет, в какой момент. Потом мы думали, почему люди стали такими нетерпеливыми. Ведь вот, я не знаю, 20 лет назад мои родители отправляли посылку в другой город и вообще не думали о том, когда она там приедет. Вот 2 недели идет, и нормально. А сейчас мы с вами просто адски нетерпеливые. И мы пришли к пониманию того, что пользователи изменились. Мы с вами постоянно с телефоном в руках смотрим в него и не представляем уже своей жизни без него. Да, мы достаточно быстро схватываем любую информацию. Посмотрите на те сообщения, как мы общаемся. И мы очень ценим свое время. Не хочется тратить его на звонки в колл-центр, где мой курьер, когда он приедет ко мне. Да? Если дать пользователю возможность видеть в онлайне, где же этот курьер, он тоже будет воспринимать свою доставку как что-то хорошее. Да? И заметьте, мы сейчас с вами очень много даем фидбэка, очень много спрашиваем советов. Вот моя лента в Фейсбуке заполнена вопросами от друзей. Кто-то выбирает там врача, кто-то няню, кто-то интернет-магазин, кто-то службу доставки, как мне заказать что-то там из Америки. И люди все время делятся этим, делятся как плохим опытом, так и хорошим. И вот мы в Яндексе решили сделать продукт для бизнесов, улучшающий клиентский опыт. Клиент-получатель вот видит примерно такую картинку, переходя по ссылке из смс-ки. Он видит в течение дня, как курьер к нему приближается. Он видит, через какое время курьер к нему приедет, какой он в очереди. И он может это делать в любую минуту. То есть он может пройти по ссылке и просмотреть ее хоть утром, днем, вечером и так далее. И информация доступна всегда в онлайне. Но для того, чтобы сделать такой сервис, оказалось все достаточно непросто. У курьера очень часто бывает до 30 и даже до 50 заказов в течение дня. И каждому клиенту надо предсказать время доставки. Да? Во-первых, сначала нужно построить оптимальный маршрут с учетом различных интервалов. Потом клиенты еще и постоянно меняются. Точнее, меняются их желания и возможности по времени встречи с курьерами. Они в течение дня меняют интервалы. Некоторые очень долго общаются с клиентом. Представьте, девушке привезли 5 платьев. Она их будет мерить час. Вот. Как предугадать и подсказать следующему клиенту правильное время доставки – это невозможно без использования алгоритма. И здесь вот вступают наши технологии и наши знания. Мы на базе этого предсказываем, когда, к какому клиенту мы приедем, и подсказываем это и клиенту, и курьеру. Знаете, когда мы только начинали, мы думали, что мы делаем сервис для интернет-магазинов и служб доставки. Потому что в основном мы этим пользуемся, те люди, с которыми мы разговаривали, этим пользуются. Но для нас было неожиданностью, что маршрутизация и вот необходимость построения маршрута в течение дня, она нужна не только этим людям, не только интернет-магазину, не только службе доставки. Я каждый день общаюсь с этими клиентами и узнаю много нового. Это даже и сервис «Автоняни». Они доставляют детей до школы, потом возят в различные кружки. Это даже сервис «Муж на час», которому нужно доехать кому-то поменять что-то в сантехнике, кому-то отремонтировать стиральную машинку, а кому-то повесить полку. У них тоже есть клиенты, им тоже важно выстроить свой маршрут так, чтобы приехать ко всем клиентам в нужное время. Ну и, конечно, самое простое – это интернет-магазины, самое массовое то, чем мы пользуемся. Если вы слышали предыдущий доклад в большом зале, где Максим рассказывал, как e-commerce растет 20% ежегодно, поэтому, конечно, самое массовое место, где мы с вами встречаемся с доставкой – это курьер из интернет-магазина. И
Я приглашаю своего коллегу-партнера Андрея Ивкина из компании IKEA. Он расскажет про опыт IKEA при работе с Яндексом. Всем привет. Еще раз, меня зовут Андрей Ивкин, я работаю в IKEA и отвечаю за сервис бизнес-процессы в интернет-канале продаж. Первый вопрос, а кто вообще слышал, знает компанию IKEA? Можете поднять руки? Очень приятно, спасибо большое. Итак, немного истории. Мы бы сегодня хотели воспользоваться выступлением. Большое спасибо Яндексу, что нас пригласили. И рассказать немного, буквально в двух словах, о том же, что есть такое компания IKEA. Мы на рынке уже давно, по крайней мере на российском. И первый магазин в России мы открыли в 2000 году. И за уже немалые 18 лет нам удалось открыть 14 физических магазинов. От Москвы до Новосибирска. И в прошлом году, а если конкретно, то 18 апреля 2017 года состоялось одно из самых грандиозных событий. Мы открыли в России интернет-магазин. Достигать наших целей нам помогает наша стратегия. Предоставлять каждому посетителю IKEA высокое качество обслуживания, чтобы обеспечить безупречный опыт покупки. Но мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся, и мы фокусируемся на взаимодействии всех частей нашего бизнеса, развивая великолепный опыт покупателя в многоканальной среде. И все это мы делаем для того, чтобы получить любовь и сердце наших покупателей к нашему бренду и товарам IKEA. План развития. Мы продолжаем улучшать рабочие процессы, мы внедряем новые цифровые решения и, тема сегодня сервисы, внедряем новые сервисы постоянно. Один из самых наших ключевых сервисов на сегодняшний момент, как в интернет-канале продаж, так и в офлайне, это является доставка на дом. Наш оффер выглядит достаточно привлекательно. Мы доставляем как посылки, так и крупногабаритные заказы. Доставляем в день заказа, на следующий день и чаще всего это в 4-часовой временной интервал. И одна из особенностей то, что мы проверяем 100% заказов, которые передаем транспортной компании. Но мир не стоит на месте. Мы изучали отзывы наших покупателей, мы изучали рынок, конкурентов, потребности наших покупателей, потребителей, в общем всех-всех-всех и поняли то, что сегодня получать доставку вовремя покупателю недостаточно. И мы загорелись всей командой идеей, чтобы найти то решение, которое позволит покупателю получать от сервиса доставки удовольствие. И главное, чтобы этот опыт покупателю запомнился и был таким больше уникальным для него. Но не уникально на рынке, наверное, но больше именно для покупателя, чтобы он почувствовал ту особенность и заботу. Потому что если мы говорим об интернет-канале продаж, то мы все прекрасно понимаем, что кроме трастных компаний никто больше физически с покупателем не общается. Поэтому мы захотели сохранить взаимосвязь с покупателем до самого конца. И поэтому 25 мая 2018 года, то есть буквально на днях, мы запустили сервис Яндекс.Курьер, о котором сейчас рассказывала Карина. И большое спасибо за это компании Яндекс, потому что нам подарили уникальную вещь, и в первую очередь это возможность отслеживать статус заказа по карте онлайн. Вещь довольно-таки простая, только что говорили про навигатор, про Яндекс.Карты, но если мы говорим про рынок DIY, такого в принципе, ну, по крайней мере, мы не нашли. Может быть, кто-то слышал, знает, есть, но тем не менее мы искали, не нашли. Возможность видеть расчетное время доставки заказа. О чем говорила Карина, когда курьер говорит, я не могу, могу в это время. Покупателю, особенно в мегаполисах и либо городах миллионников и выше, самый ценный ресурс – это время. И поэтому этот вопрос с точки зрения расчетного времени доставки заказа очень актуален, когда мама может уехать в магазин, купить что-нибудь, либо наоборот после, когда она может планировать. То есть мы добавляем не только сервис отслеживания заказа, но и сервис также планирования. И маршрутизация заказов онлайн. С точки зрения бизнеса мы достигли с помощью данного сервиса очень важной части в интернет-канале продаж. А именно это digital опыт совершения покупки в IKEA от IKEA.ru до получения заказа. То есть сегодня мы можем смело сказать, что покупатель заходит на наш сайт и с помощью digital сервисов мы ведем до финала.
Как это выглядит на мобильной версии? Перед вами несколько скриншотов. Здесь есть история, здесь есть, собственно, сама карта, где мы можем видеть, где перемещается заказ, и информация о заказе. Мы протестили, на самом деле, это решение несколько сотен раз, и поверьте, на смартфоне это все достаточно просто и выглядит на самом деле потрясающе. И та же самая информация уже на десктопе, она уже на одном экране расположена. Если мы говорим об сервисе, то мы не могли не спросить наших покупателей вообще, а как вам? То есть буквально 1, 2, 3 вопроса, где мы хотели узнать их мнение. Тестировали мы данный продукт достаточно долго, начиная где-то с ноября, и опросили более 500 покупателей. И вот что они сказали, буквально несколько примеров. Можете почитать, информация на слайде, но самый, наверное, распространенный ответ от покупателей был то, что это наподобие приложения такси. То есть, в принципе, у нас все пользуются, многие, по крайней мере, приложением такси, и интуитивно там достаточно понятно. То есть никаких сложностей для покупателя нет. И что бы мы хотели отметить, что опросив такое количество покупателей рандомно, а это достаточно много, мы не встретили ни одного негативного отзыва. Это значит для нас, что как бизнес мы приняли правильное решение и можем двигаться дальше. Если мы говорим о наших партнерах, они также, несомненно, незаменимая часть в этой цепочке, то для них также есть и плюсы. Самое основное — это, в принципе, автоматизация, автоматическое построение маршрута и управление заказом с помощью приложения. То есть не все компании транспортные настолько продвинуты, что имеют не просто там собственно IT какой-то софт, а в принципе какое-то решение, приложение и управление заказами. Но если мы говорим о деньгах и так далее, и потенциале, то он лежит вот здесь. Данное решение дало нам более эффективные маршруты. Это означает, когда мы с вами говорим о процессе закупки какого-то сервиса, то данное приложение также позволяет оценивать, в принципе, историю и давать возможность заранее при переговорах учитывать этот момент и договариваться с поставщиком на более выгодные цены. Наш вывод такой, что если у нас есть возможность платить меньше, а сервисному провайдеру тратить также меньше, то это нужно использовать, потому что это гораздо эффективнее. И в финале мы бы хотели сказать еще раз большое спасибо компании Яндекс за то, что мы изменяем к лучшему повседневную жизнь многих людей теперь уже вместе. Спасибо. Андрей, спасибо. Мы тоже очень рады сотрудничать с IKEA. Мы рады, что скоро диваны по всей стране будут ездить с нашим приложением. Я приглашаю еще одного нашего коллегу из Яндекс.Еды, генерального директора Яндекс.Еды Максима Фирсова. Он расскажет про алгоритмы в доставке еды, немножко не связанные с нами, но тоже связанные с доставкой. Вот. Слышно, да? Всем привет, меня зовут Максим Фирсов. Я руковожу новым сервисом в Яндексе, который называется Яндекс.Еда. Коротко про то, кто мы такие, что делаем. Мы образовались буквально в начале этого года. Мы находимся внутри Яндекс.Такси, занимаемся доставкой еды из ресторанов. И сервис Яндекс.Еда появился после слияния двух других сервисов. Один FoodFox, который Яндекс приобрел в конце прошлого года. Я как раз был одним из основателей FoodFox. И второго Uber Eats, который стал частью Яндекса после сделки по покупке Яндекса, после сделки по слиянию Яндекса и Uber Такси. В целом у нас достаточно простой бизнес. Мы доставляем еду из ресторанов, и все, что нам нужно, это доставлять ее быстро, горячей, и сделать так, чтобы у человека всегда был хороший выбор. Это, кажется, у Бетховена или у кого-то из великих композиторов спросили один раз, как вам удается так хорошо играть на фортепиано. Он сказал, это достаточно просто, я просто вовремя нажимаю нужные кнопки, нужные клавиши. И вот у нас точно так же все достаточно просто и очевидно. Но, естественно, когда ты выходишь на какой-то масштаб, когда ты делаешь сервис не для единиц, не для десятков людей, ты вынужден должен выходить на какие-то технологические решения, которые позволяют это делать хорошо. Если коротко, я могу там крупным мазками пройтись по тому, как устроены мы изнутри. У нас есть большая часть партнеров ресторанов, с кем мы работаем. Соответственно, мы им автоматически передаем заказы. Это или наше собственное приложение, которое стоит в ресторане, или это прямая интеграция в кассы
ресторанов. У нас есть своя логистическая платформа. Большую часть заказов мы сейчас доставляем самостоятельно при помощи наших логистических партнеров. И, соответственно, все управление на курьеров находится за нами. Это и прогнозирование спроса, сделать так, чтобы правильно выставить смены по часам и по локациям. И второе — это алгоритм назначения курьера на заказ. Некий подобный принцип работает в такси, когда у тебя в моменте сваливается очень много заказов, у тебя есть большой так называемый demand, и у тебя есть большой supply в виде таксистов, тебе нужно вот соединить правильно заказ таксиста. У нас точно так же нужно соединить заказ, еще и рестораны, и соответственно, курьера. Но так было не всегда. Когда мы только начинали 2 года назад, у нас совсем не было никаких ресурсов, у нас была супер маленькая команда. При этом мы хотели запуститься максимально быстро, и нам нужно было делать продажи, запускать операции. Поэтому мы запустились в максимально ручном режиме. У нас не было никаких алгоритмов. У нас, на самом деле, там, первые заказы мы начали разносить, когда у нас был только сайт и самая простая версия админки базовая. И когда к нам приходил заказ, оператор видел заказ, потом у оператора было на бумажечке записано, что вот курьер Вася в районе Пушкинской сегодня находится, а там курьер Петя в районе Арбата. И оператор понимал, окей, значит, этот заказ в районе Арбата, вот Васика я его и скину. Выбирал Васю, и Вася получал смс с деталями по заказу. Если вдруг, не дай бог, он не отвечал, окей, я принял заказ, оператор уже звонил и говорил, скорее беги в кофеманию, там пельмени за 600 рублей надо доставить. Вот. Ну, у меня, по-моему, 5 минут, да, на выступление. Я такой монтаж сделаю. А теперь, когда ты выходишь на объемы… Ну, вот все, что я рассказал, это такое начало, и, в принципе, это достаточный уровень технологической развитости, когда вы делаете там 10 заказов в день. Если у вас амбиции превышают такие объемы, то нужно думать сразу о том, как правильно выстраивать процессы, как правильно выстраивать автоматизацию, чтобы это работало без вас. Сейчас, если совсем коротко, мы, естественно, не назначаем никакие заказы вручную, это все происходит автоматически. У нас работает алгоритм, который очень тесно работает как раз с коллегами, с Яндекс.Картами, с нашими коллегами. Есть много критериев, по которым мы отбираем курьера, которого мы хотим назначить на тот или иной заказ. Но базовый принцип мы хотим, с одной стороны, чтобы заказ был доставлен максимально быстро, с другой стороны, нам нужно сохранить максимальную оборачиваемость курьера, то есть утилизацию. Нужно сделать минимальным простой курьеров. И что мы делаем сейчас? У нас есть там, мы выбираем пул курьеров в определенном радиусе, отдаем их координаты в Яндекс.Карты. Карты нам возвращают посчитанные маршруты для каждого курьера. Причем это может быть пеший, авто, зависит от типа курьеров. И дальше мы считаем, свободен он, не свободен. Если свободен, то через сколько он освободится, когда он доставит заказ предыдущему клиенту и передаст. Ну и так далее, и так далее. И дальше на это все можно докручивать гораздо более сложную логику, которая будет позволять шаг за шагом повышать эффективность вашего бизнеса, нашего бизнеса и улучшать клиентский опыт. Вот. Да, это, кажется, было все. И мораль всего выступления, на самом деле, про то, что даже если вы занимаетесь операционным бизнесом, где на первый взгляд роль технологий второстепенна, особенно это в начале может так показаться, вам неизбежно для выхода на какой-то следующий этап развития нужно качественно другие технологические решения. И ваша способность строить технологическую платформу в конечном счете будет влиять на вашу конкурентоспособность и на способность растить бизнес. И думать об этом нужно сразу. Все, спасибо. Я уложился? Спасибо, Максим. 5 минут. Да, отлично. Тут был слайд, да, с сайтом. Если у вас остались вопросы, хотите больше знать о наших технологиях, заходите, оставляйте заявку, и мы с вами обязательно свяжемся. У нас есть вопросы, да. И первый вопрос к Карине от Романа, но не от меня. Вот вы рассказали, как умеете планировать день работы одного курьера, а у нас
есть задача правильно распределить заказы между многими курьерами и учесть пожелания клиентов по времени доставки. Возможно ли это? Видимо, человек уже формочку заполняет на демку. Я надеюсь, что да, он оставит форму после моего ответа, оставит заявку после моего ответа. Да, правда, у нас есть технология распределения заказов между многими курьерами. То есть мы сотрудничаем с компаниями, которым нужно спланировать доставку для, там, не знаю, 200, для 1000 сотрудников и учесть все требования клиентов по интервалам доставки, времени там, на примерку или на тестирование, не знаю, гаджета, который нужно доставить. Такие технологии у нас есть. Обращайтесь, оставляйте заявку. Так, у нас есть уникальная возможность спросить не только про навигатор, который неправильно маршруты строит, но и про диваны Икеи. Как бы, кто хочет? Давайте вот слева сверху, да, первый вопрос. Я извиняюсь, я не хочу спросить про Икею. С Икеей все просто супер. Надеюсь, что вопрос не ко мне. Да, Михаил меня зовут. У меня вопрос про Яндекс.Маршруты. Я правильно понимаю, что сейчас партнеров вы подключаете по запросу? То есть открытого API пока нет? Ну, у нас есть открытый API, но для того, чтобы подключиться, нужно заключить договор и потом подключаться по этому API. То есть это коммерческий продукт, ну и при этом описание API у нас есть на сайте, да. Раз. А цены тоже по запросу или? Цены по запросу, потому что зависит от сложности вашей задачи, от количества курьеров, заказов и так далее. Спасибо большое, мы давно ждали такого сервиса. Яндекс.ру/роутинг. Вы знаете, что делать. А давайте справа вопрос следующий. Надеюсь, теперь про диваны. Здравствуйте. Нет, тоже не про диваны. Меня зовут Михаил. Компания 220 вольт. Вы очень много сказали про то, как сервис будет выглядеть глазами пользователей, и про последнюю милю. У нас компания продает специфичный товар и по всей России. У нас есть проблемы далеко не на последних милях. Заказы распространяются неравномерно, и фактически платформа, которую вы создаете, могла бы стать определенным каршерингом в сфере логистики между компаниями. Мы совсем не обидимся, если, например, часть нашего товара довезет логистика Икеи, если у них там половина машины простаивает. Планируется ли развитие в подобном направлении? Спасибо за вопрос. Нам, честно говоря, часто задают такие вопросы транспортные компании. Будем ли мы делать такси, сервис для грузовиков и так далее. Мы обсуждаем это, но определенных планов поэтому нет. Yes, спасибо. Так, давайте тогда все-таки я задам вопрос к Икее из интернета. От Николая. Есть ли в планах развития доставки в города, где нет Икеи? Очень простой вопрос. Отвечать? Да, можно отвечать. Да, есть. Слышно? Да. Конечно, есть. И сейчас мы уже, если говорить про интернет-магазин, мы доставляем примерно в половину России. Это 4,5 тысячи основных населенных пунктов. До конца августа мы расширим этот почти вдвое список. И следующий год, ну, финансово, начинается у нас с 1 сентября. Мы полностью 100% усилий прикладываем, чтобы доставлять на все 42 тысячи индексов по всей России. То есть ждите. Все приедет. Ждите, да? Все приедет. Да. Супер. Давайте из портера. Добрый день, Константин. Спасибо большое за доклад. Вопрос такой. Есть больше история про организации, как им это использовать, а с точки зрения пользователя будет какой-то единый интерфейс под все интернет-магазины, под вот такая история. Вот, у меня такой же вопрос есть из интернета. Будет ли Яндекс.Курьер интегрирован в какое-то приложение или будет отдельно на сайте, или на сайте будет, да, то есть... Магазинов с одного приложения могу видеть, как курьеры ездят. Смотрите, сейчас это не приложение. Мы понимаем, что пользователям неудобно будет ставить какое-то отдельное приложение, чтобы отслеживать, не знаю, один заказ раз в 3 недели. Поэтому мы сейчас информируем пользователей вот о двигающейся машинке через ссылку в смс. Вы просто заходите по ссылке и видите свой заказ. В том, чтобы добавить туда всех курьеров, от которых вы в этот день ждете заказы, я думаю, будем думать об этом, когда очень много интернет-магазинов будет пользоваться сервисом. Спасибо. Спасибо. Вот у нас еще, по-моему, сверху есть справа.
Да, вопрос? Там посередине. Или нет? А, вот здесь есть. Все, тогда слева. Добрый день, меня зовут Зарина. Собственно, у меня вопрос чисто пользовательский. Сейчас сервис носит чисто информационный характер. Будет возможность влиять на ожидания заказа? Вот то, что ты, вот, опять же, сидишь в переговорке, у тебя клиент, а ты не можешь принять заказ. Спасибо за вопрос. Да, будут, ну, как бы вы знаете, что все сервисы Яндекса развиваются. Мы только что слушали доклад о том, как навигатор планирует, да, свое развитие, как меняются кнопки и так далее. У нас сервис достаточно молодой, поэтому пока более информационный действительно, ну, опыт у пользователя, но мы планируем развивать, добавлять возможности пользователю, там, не знаю, ставить оценки курьерам, менять время и так далее. Переписываться с курьером о том, когда вам удобно принять заказ. То есть, последний вопрос из интернета, наверное. Снова к Карине. Есть ли опыт сотрудничества с транспортными компаниями и есть ли уже оценка изменений по показателям качества? Здесь, видимо, речь идет про оптимизацию именно на стороне бизнеса. С транспортными компаниями мы с несколькими работаем и проводим такие пилотные проекты, но транспортные компании сейчас, вот их больше интересуют именно показатели эффективности, а не пользовательский опыт. Они больше заточены на снижение затрат, на оптимизацию там, маршрута курьера. Могу сказать, что вот, ну, на тех клиентах, с которыми мы проводим эти проекты, оптимизация примерно 15-20-25% в зависимости от уровня компании и от уровня ее, ну, диджитализации до внедрения наших сервисов. А в чем эта оптимизация выражена? Оптимизация, ну, во-первых, правильное построение маршрута, распределение заказов между маршрутами курьером. Во-вторых, правильное выстраивание маршрута в течение дня. Курьер не мечется туда-обратно, как это делают сейчас. Мы просто наблюдали, мы ездили с курьерами, да, и записывали, как они ездят, потом их отслеживали на карте. Они, правда, мечутся между заказами, думая, что они оптимизируют свой маршрут. На самом деле они ездят гораздо дольше и не попадают в окна доставки, которые клиенты заказывали. Да? Вот в этом оптимизация. Можно дополнить, да? Здесь, ну, после небольшого дополнения, как раз по эффективным маршрутам, и о чем вот говорила 220 вольт, то, что мы увидели именно в тестовом режиме, и то, что, с чем мы сейчас начинаем работать, что у нас как раз освободились машины, и это позволило нам сохранить в первую очередь тот оффер, который мы сейчас предлагаем в, ну, в PMA, где мы сейчас доставляем, и также вот эти, в кавычках, лишние машины использовать для других городов и населенных пунктов, чтобы сделать оффер еще лучше. То есть, например, мы квад доставляли один день, потому что у нас один день в неделю, потому что не было, скажем, свободных машин, чтобы делать чаще. Сейчас они появились, и это позволило теми же ресурсами, но делать лучше предложения. Да, мы позволили, как бы, курьеру добавить несколько еще заказов в течение дня. Он стал успевать там не 20 заказов, а 22. Ну, в зависимости от товара, который он возит. Звучит круто. Спасибо.